24-летняя модель обнародовала милое фото с первенцем. Анастасия Решетова заявила о счастье материнства. Сегодня юному наследнику звездной пары исполнилось 5 месяцев. Возлюбленная рэпера Тимати, Тимур Юнусов, опубликовала снимок с сыном. Первая вице-мисс Россия, 2014, предстала в белоснежном топе со смелым декольте и голубых джинсах с высокой посадкой. Наряд в стиле casual подчеркнул стройную фигуру молодой мамы, которая уже успела прийти в форму. Малыш с умиротворенным выражением лица уютно расположился на руках у брюнетки. Ребенок был одет в серо-голубой костюмчик с Микки Маусом и черную шапочку с пиратским принтом. Ратмирчику уже 5 месяцев. Правда, на фото только 4. Но я его выбрала неспроста, мы здесь очень похожи. Получается, уже почти полгода назад я родила этого мужичка, а до сих не могу в это поверить и на него наглядеться, рассказала Анастасия. На публикацию отреагировала бывшая жена Игоря Булатова, возлюбленного Виктории Лопыревой. «Чудесные», — написала Тативит Карапетян. Поклонники Анастасии разделились во мнении, на кого больше похож Ратмир. «Все равно на Тимати похож. Еще рэп не читает, бургера не готовит. Но не похож он на тебя, на Тимура. Смирись, он не только на этом фото на вас похож. Он в принципе больше похож на маму, конечно похоже, только глаза папы», — написали фолловеры Анастасии в комментариях. Однако большинство пользователей заявили, что внешность не важна. Главное, чтобы мальчик рос здоровым и счастливым. «Красивый у вас малыш, какой сладкий, как вам идет материнство. Похорошели нереально», — высказались миролюбивые френды Решетовой. Ранее Анастасия умилила поклонников видео с Тимурычем, как она ласково называет Ратмира. Звездная мама рассказала, как борется с растяжками после родов. Решетова со скандалом выгнала няню сына.